Сегодня Мосольский сферит. А вот сейчас Хлыстов, отличный момент, Еремеев хвостается в собственных воротах, и, похоже, это 1-0. Вот, раскатали, Куин, бросок по воротам, 1-0! Делман на левый фланг, последняя минута третьего периода, бросок по воротам и гол! Держится за колено Алексей Морозов, вот его супруга, конечно же, переживает. Щелочка, чтобы сделать передачу! Не отыскал щелочку Александр Радулов. Магнитка будет играть в большинстве. Добивание 4-3. Ничего еще не закончено. Сирена, уважаемые друзья. Бросок по воротам. Полушпагат Гарнета и все. Челябинский трактор выходит в следующий раунд плей-офф.